Яндекс News. Добрый день, уважаемые радиослушатели, и добрый вечер. Депутат Сейма Любовь Швецова у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, вот как раз много интересных событий происходит именно в налоговой, финансовой сфере. Вы работаете в бюджетной комиссии. И, кстати, вот этой бюджетной комиссии передали и законопроект о роспуске Рижской думы. Это, конечно, с одной стороны, как-то так очень интересно получается, что именно бюджетная комиссия занимается вроде несвойственной ей работой. Об этом чуточку позже поговорим. Может быть, несколько слов о том, как понятно, что еще нет никакой концепции правительства по налогам. Есть только отдельные слухи, отдельные предложения. Но вот то, что сейчас публично прозвучало, вот ваше отношение к тому, что, ну, по существу с микропредприятиями, или как их в народе называют, с микробами, решило, видимо, правительство покончить с этим вот видом предпринимательской деятельности. Вот как вы к этому относитесь? Я думаю, что заявление господина Каренша, последнее, которое он публично сделал по поводу налоговой реформы, которая последует, показывает на самом деле уже подготовленное видение по налоговым изменениям и говорит о том, что в кулуарах правительства на самом деле весь пакет законодательства готов. И просто-напросто, я думаю, что на днях или буквально в течение определенных одной-двух недель это будет опубликовано и доступно публично в том числе. Что... С его слов получается, что это не будет всеобщая реформа, что это будут только небольшие изменения, частные изменения в налоговых, в отдельных налоговых законодательных актах, инициативах. И одной из таких инициатив является как раз ликвидация режима особого обложения, это вот микроналог на микропредприятия. Как основание для ликвидации данного режима называется факт то, что они не платят аналогично другим формам предпринимательского вида в полном объеме социальные выплаты, социальные гарантии. В результате из-за этого страдают и социальные гарантии, и получение социальных гарантий в будущем для тех, кто работает в этом режиме. А также о том, что в этом режиме очень много теневой экономики. Или, то есть, режим микропредприятий используется для ухода от уплаты налогов. Есть два очень серьезных аспекта, которые я считаю глобально проблемными в таком подходе к налоговой реформе. Во-первых, правильнее, говоря о налогах и изменениях в налоговой политике, сначала сформулировать, а что мы хотим достичь как правительство и как страна, только меняя цель, налоги. Да. Если мы хотим достичь то, что мы просто ликвидируем ценевую экономику, которая находится в режиме или работает в режиме микропредприятий, то, я бы сказала так, для борьбы с теневой экономикой не надо ликвидировать сам микрорежим. Для этого просто-напросто у службы госдоходов и у других госструктур, спецслужб есть и ресурсы человеческие, и материальные, и электронные программы для того, чтобы это идентифицировать и бороться с этим. То есть борьба с теневой экономикой не может быть основанием для ликвидации режима микропредприятия. Социальные гарантии, да, да, вот я хотел это серьезный аспект, и по поводу социальных гарантий можно было бы необходимо дискутировать, но тогда нужно сказать, исторический режим микропредприятий появился после кризиса 2008 года экономического, когда в результате очень серьезных потрясений в секторе недвижимости и в банковском секторе произошли очень серьезные изменения структуры народного хозяйства и предпринимательской среды. И для того, чтобы выжить, был создан определенный облегченный режим для определенных видов бизнеса. То есть для того, чтобы человек мог работать, содержать семью, и для того, чтобы в этом режиме это та категория бизнеса, которая не планирует и не хочет развиваться, и ему нет необходимости для каких-то супердостижений. То есть это стартовый вид бизнеса для поддержания, скажем так, среднего уровня доходов семьи. В результате налоговой реформы, которая была начата и проводилась в 2017 году, 2018 был первый год как бы реформ, и мы сейчас как бы должны уже проанализировать результаты налоговой реформы 2017 года, которая стартовала в 2018, было бы только правильно сказать, что тогда был оставлен микрорежим, но он был видоизменен достаточно сильно и практически на самом деле ликвидирован. То есть микроб тоже по-большому уже перестал быть интересен, как, в том числе как инструмент использования для схем.
Но вместо микроба, микропредприятия, не было предложено никакого другого вида режимов. И дополнительными налогами были обложены в том числе и получатели авторских вознаграждений, и индивидуальные коммерсанты. То есть были выровнены многие ставки, которые должны были быть оплачены по налогу с населения. И таким образом, если суть налоговой реформы, которую предлагает правительство господина Каринч, только повысить налоги облагаемые, только взыскать в казну дополнительные средства и только бороться с теневой экономикой, то, по-моему, это не самые истинные причины для того, чтобы проводить такие изменения. Изменения в налогах должны быть проводиться для того, чтобы, во-первых, если мы убираем микрорежим, мы должны предложить для тех, кто начинает бизнес, какой-то другой режим, который даст возможность начинающим научиться и понять, это мое бизнес или не мое. Если правительство просто тупо отменяет микрорежим, не предлагая взамен тот же самый, допустим, счет хозяйственной деятельности для автоматического снятия налогов, для уменьшения бюрократии, то это просто-напросто инструмент для взимания дополнительных доходов, а не реальное решение проблемы. Вот это фактически то, что я хотел, может быть, спросить концептуально. Ведь мы все понимаем, что если, не знаю, у простых латвийцев, да, ну, простых, не знаю, среднестатистических жителей Латвии на улице спросить, вот что вы вообще ждете от налоговой системы в следующем году, ведь в следующем году обещают ввести все эти ставки, то понятно, что большинство населения, я думаю, почти все скажут, ну, мы понимаем, что хочет правительство. Количество налогоплательщиков уменьшается, люди продолжают уезжать. Они хотят просто залезть к нам в карман поглубже и отобрать побольше. Это вот общее такое мнение, может быть, не только в Латвии, но в Латвии это мы видим явно. Есть ли вообще, вот, на ваш взгляд, у тех, кто вот все эти изменения затевает, не знаю, или это в Минфине умы, или вот эти вот политики, которые в этой группе рабочей созданы по налогам, что они в результате хотят? Они хотят эту налоговую систему сделать более, не знаю, продуманной, сбалансированной, переложить, может быть, больше вот это налоговое бремя на капитал, с труда. Да, есть такое понимание? Или пока действительно думают, ага, вот здесь можно чуть-чуть отщипнуть, я извиняюсь, вот здесь можно отщипнуть, вот с этих отобрать, не знаю, там, с микро отобрать, там, с предпринимателей и так далее. Но видите, как есть один очень существенный еще момент. Как происходит диалог с обществом, как происходит диалог с теми группами налогоплательщиков, кого именно будет касаться данные изменения, и, конечно, как информируется общество, для чего все это делается. Любое изменение налоговой системы, налоговых ставок, переноса объема налогового обложения должно способствовать созданию ментального союза между государством и человеком. То есть человек, налоги должны вводиться или изменяться не для того, чтобы там просто вот взыскивать налоги, а для того, чтобы понимать, налоги – это инструмент перераспределения доходов между слоями и группами населения. И если мы или государство, правительство принимает решение, что микропредприятие – это не тот вид и не тот способ, как будет развиваться наша предпринимательская деятельность, то тогда государство должно сказать, мы компенсируем налоговые, там, допустим, минусы, которые от этого получаются, или которые, наоборот, плюсы, которые пойдут, тем, что мы сделаем, например, я не знаю, еще больше повысим необлагаемую минимальную зарплату. Именно необлагаемую налоговую зарплату, потому что только данная необлагаемая минимальная зарплата по доходным налогам с населения, реально улучшает качество жизни и доход человека. Если этого нет, если не компенсируется тем, что, допустим, нигде не идет речь о том, что была бы введена или будет введена дополнительная ставка на доходы от капитала или на доходы от каких-то эксклюзивных товаров. Да, идет полемика по поводу того, что нужно переносить в том числе налоговое бремя и делать выше ставки налог на природные ресурсы, что, безусловно, важно и имеет значение, потому как проблема с климатом, с изменениями климата, с тем, что идет потепление, они важны,
И то, что загрязняет, как бы, оно должно компенсировать данные потери обществу, всему обществу. Бизнес, который загрязняет или может потенциально загрязнять. Но если такой активный реальный перенос, пока из риторики правительства я этого не видела и не видела конкретно в документах. А о чем было обсуждение по поводу налога на недвижимость, или вернее введение освобождения от налога на недвижимость единственному имуществу в размере до 100 тысяч евро себестоимостью, это интересный механизм, но тоже очень проблемный. Однозначно, имущество, которое дорогое, оно должно быть в том числе подвержено налогообложению, и люди, у которых эксклюзивное имущество, они должны были бы платить и нести более высокую налоговую нагрузку. Это однозначно. Почему? Потому что имущество – это как раз тот показатель, который показывает благосостояние, и который невозможно скрыть от тех же самых учетных служб. И ты прекрасно понимаешь, чтобы содержать там дом, необходимо столько-столько средств. И исходя из этого, но от этого невозможно уклониться. И в том числе в Америке основной как бы объект, по которому проводится анализ как раз общей доходности как бы субъектов, это как раз налог на недвижимость и на собственность. Недвижимость, может быть, мы знаем, что это может быть земля, это может быть здание, это может быть отдельные квартиры. Но в любом случае это тот объект, который невозможно перенести, унести, спрятать, переделать. При адекватном инструменте оценки, как кадастровой стоимости объекта недвижимости, то, безусловно, в этом можно найти способы для повышения налогообложения для богатых и зажиточной части населения, обладающей собственностью, и наоборот, предусмотреть льготы и послабление в налоговой политике для людей, у которых действительно единственное жилье – это жилье семьи, рода и детей, потомков, и однозначно, чтобы это было доступно и чтобы люди не уезжали из Латвии. Да, вот это очень хорошо подмечено, потому что как раз, я так понимаю, свое движение пока по парламенту начала вот эта народная инициатива, уже в который раз вносится о том, чтобы не облагать налогом на недвижимость единственное жилье. Конечно, мы понимаем, что все это очень относительно, как там вот единственное жилье считать, потому что у нас сегодня свободное декларирование места жительства, и в одной семье, там, условно говоря, муж может зарегистрироваться в другой квартире, теща в третьей квартире. Мы понимаем все эти нюансы, с одной стороны. С другой стороны, все-таки большинство семей, особенно если мы говорим о людях пожилых, они живут вот в этой Хрущевке или Брежневке. Да, и действительно, там не пошикуешь вот эти двух-трехкомнатные квартиры, которым уже 50 лет, а то и больше. Может быть, действительно ввести такой или необлагаемый минимум жилплощади? Вот как вы считаете? Но я считаю, что эта дискуссия актуальна, и она в том числе как раз вот является компенсирующим механизмом, по всей видимости, который можно ввести, предусмотрев объективные критерии для оценки вот единственного необлагаемого, там, допустим, минимума и жилья, или определить до определенной суммы, предусмотрев какие-то вещи, которые компенсируются. Но тут нужно понимать, что следующий этап будет, какова же кадастровая стоимость, допустим, того же самого жилья или объекта недвижимости. Наверное, будет разная себестоимость квадрата в межепарке и, допустим, где-то в Даугавпилсе или в Резек на жилья. И от этого, какая будет кадастровая стоимость, может зависеть ставки и как используется. И опять же, это единственное семейное жилье, или это жилье для сдачи в аренду, или это дополнительный объект, который приносит дополнительную прибыль. И если это приносит дополнительную прибыль, то для семьи жилье должно быть освобождено, мне кажется, и это было бы социально справедливо и ответственно перед жителями. Да. А объект, который приносит прибыль, он должен был бы быть более значим для налогообложения, для поступления как раз в казну и для того, чтобы... Так во многих странах, наверное, и происходит. Если у тебя есть дополнительный доход, ты с него должен заплатить налог, если совсем уж примитивно, да? Ну, абстрактно, как бы, считается, что любой вид поступлений дополнительных доходов, они должны были быть обложены налогом для компенсации, как бы, деятельности. Мы знаем, что в Италии есть такие налоги, как там на инфраструктурные объекты какие-то определенные, дополнительные, или пошлины, которых у нас, как бы, в Латвии нет. Но не факт, что освобождая, допустим, жилье,
мы должны предусмотреть налог на инфраструктуру какую-то, которая подходит. То же самое вода, канализация, которая компенсирует просто-напросто. Тогда это тоже будет как бы не освобождение, а фикция, за которой на самом деле просто поменяли одно под другое. Интересна модель в Эстонии, где вроде как отдельно используется ставка на освобождение на жилье, однако есть налог на землю. И то есть в любом случае говорить, какой инструмент будет предложен и в конце концов принят, пока еще рано, но то, что вот единственная необлагаемая площадь должна была бы быть для семьи, и это было бы серьезным подпорьем как раз для семьи, это, я считаю, позитивно. И на комиссии я голосовала только за дальнейшее продвижение инициативы и для юридической оценки возможных вариантов, как ее наиболее правильно и корректно реализовать. То есть, в принципе, можно сказать, что еще есть шанс, что это будет введено в той или иной степени, да? Я думаю, что, по идее, так как это инициатива новой консервативной партии, а ей нужно поднимать свои рейтинги, то они будут однозначно настаивать. Это был их ультиматум, насколько я помню, в прошлом году правительству Каринша, что если не будет введен необлагаемый минимум на единственное жилье, то правительство как бы перестанет существовать. Поэтому я думаю, что они будут продвигать, предлагать варианты. И при конструктивном диалоге и анализе предложений, я думаю, что можно найти компромисс между освобождением для единственного жилья и повышением на дорогую эксклюзивную собственность налога на недвижимость. Мы успеем еще в первой части принять звонок. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас. Так, сорвался звонок. Видимо, еще одна попытка. 612-12-939, телефон прямого эфира. Любовь Швецова у нас в студии, депутат Сейма. Да, нет пока звонка. Значит, тогда, может быть, еще такой один вопрос в первой части. Все-таки вы представляете фракцию «Согласия», социал-демократическую, и социал-демократы обычно по традиции во всех странах предлагают эту прогрессивную систему налоговую. Да, она частично, кстати, была введена, как мы знаем, в рамках этой реформы, которую проводило предыдущее правительство. Как-то так, мне кажется, коряво это все было сделано, что в результате те, кто, допустим, работали больше, чем на одном месте работы, ну и совсем по-простому, они выходили за этот месячный рубеж 1600 евро, и в результате получилось по итогам года, что они, честно работая, еще и оказались должны государству. Понятно, что это не ту прогрессивную систему, которую мы хотим, а какая должна быть, на ваш взгляд? Ну, по идее, я думаю, что должна была бы быть более упрощенная, прогрессивность уже наблюдалась и ранее постепенная в обложении подоходным налогом там населения. Там необлагаемый минимум был прогрессивный и так далее. Просто-напросто сейчас во время реформы с начала 2017 года была прогрессивно-регрессивная модель введена. То есть у тебя необлагаемый минимум до определенного рубежа. То есть, как вы сказали, превышая рубеж, заканчивается прогрессивность, и если у тебя нет определенных освобождений, то получается, что и если вдруг, действительно работая на нескольких местах, у тебя не полагаются эти льготы или освобождения, то ты еще остался и должен государству. То есть математически формула не сработала, и возникло очень большое неудовлетворение. То есть целью любой реформы должно было бы быть очень точный расчет возможных последствий и предусмотрение механизмов смягчения недовольства или каких-то сглаживаний определенных углов. Безусловно, потом принимались возможность продлить налоговую задолженность, погасить за счет компенсации выплат в следующих периодах от переплаты подоходного налога с населения, но общее это называется как в анекдоте, как бы ложки нашлись, но осадок остался. То есть хорошая мысль закончилась при исполнении опять неприятным осадком. И я подозреваю просто-напросто, что правильнее было бы все-таки упростить необлагаемый минимум до определенного размера, чтобы в бюджете семьи человека оставалось до 2000 евро в месяц для хорошей, адекватной обеспечения семьи и необходимости детей, семьи и развития. И с этого рубежа предусмотреть более высокую прогрессивную шкалу. И
Но это такой дискутабельный вопрос. И все-таки мне кажется, что нужно было бы акцент делать на эксклюзивные вещи, эксклюзивные товары, облагая более их налогом и облагая более высоким налогом доходы от прибыли. От прибыли и доходов от капитала именно. То есть от акций, от каких-то определенных других видов деятельности, от работы на и от доходов на биржах, которые являются... То есть если мы переносим социальную нагрузку и социальную ответственность, мы прекрасно понимаем, что люди абсолютно разные, и задача общества и государства – уравновесить интересы индивидов и государств и обеспечивая вот более или менее адекватные прожиточные условия для среднего класса, и создавая средний класс, все-таки более ответственную нагрузку взять на более обеспеченную часть населения. Но здесь нужно понимать в том числе, что… желание платить налоги, указывать нагрузку и как бы возможность больше зарабатывать, в том числе и в основном зависит только от того, какие условия создает государство и правительство. Да. Если государство и правительство умеет создать законодательную, понятную, простую базу, если умело умеет бороться с мошенниками и налогонеплательщиками, а не возлагая нагрузку просто-напросто и перенося на честных, ее да, на тех же самых... Почему из-за того, что кто-то нечестный в микропредприятии в режиме, должны платить все микропредприятия? Вот на этой, может быть, такой, в таком вопросе мы буквально прервемся на пару минут. Реклама, не переключайтесь. Микс Ньюс. Еще раз добрый вечер. Люба Швецова у нас в студии, депутат Сейма, работающий как раз вот в комиссии по бюджету и финансам. Одевайте, пожалуйста, наушники. Попытка вторая. Надеюсь, сейчас у нас будет связь. Добрый вечер. Слушаю вас, пожалуйста. День добрый. Да. Давно хочу задать вопрос компетентному человеку, кто бы мне ответил. Общеизвестно гонконгский феномен. Это упрощение налогообложения и максимальная их либерализация, благодаря чему половина мирового бизнеса съехался в Гонконг. Угу. Кто мешает нам сделать нечто подобное и в свете сказанного не ликвидировать микропредприятия, а что-то подобное сделать все налогообложение Латвии и, может быть, тем самым привлечь экономику чуть ли не половины Европы к себе, финансы и так далее. Вот, добрый ответ на этот вопрос. Спасибо. Спасибо большое, да, если бы, наверное, это так было бы просто, да, может быть, мы бы и стали Гонконгом, не знаю. Но я думаю, что мы Гонконгом не можем стать, и мы не можем стать по той простой причине, что мы являемся участниками Европейского Союза. И я бы. А Европейский Союз достаточно строго регламентирует определенные обстоятельства по налогообложению в том числе и по тому, какие льготы и каким образом... как бы вводить и каким образом решать. Было предложение, если я не ошибаюсь, господина Параднекса в прошлом сейме о том, чтобы привлечь инвесторов, создав в Латвии якобы безналоговую зону, да, для нерезидентов, но, как мы видим, что его идеи не поддержали, а с учетом капитального ремонта банковского сектора, это однозначно и невозможно больше будет. Я просто думаю, что, безусловно, вместо микропредприятия ликвидации режима государство должно было бы, как социально ответственное, предложить замену или альтернативу. Тот же самый вот хозяйственный счет, как это сделали в Эстонии, которые, убрав микропредприятия, предложили счет хозяйственной деятельности, с которого автоматически государство снимает определенный процент от деятельности. В Литве создали систему тоже для начинающих предпринимателей. Они назвали ее Mercedes-Benz MB, предусматривая возможность начать бизнес и понять, бизнес твое или не твое, тоже взыскивая только маленький процент налогообложения от 3 до 7%, если не ошибаюсь, но с ограничением деятельности данного предприятия и с предусмотрением того, что данное предприятие затем, после как бы стартового промежутка времени, должно перейти на общий режим налогообложения. То есть
есть механизмы, компенсирующие возможные негативные последствия от ликвидации режима микропредприятий. И Латвия, если правительство действительно ответственно относится к налоговой реформе, и к налогоплательщикам должно было бы предложить что-то взамен. Если просто-напросто при ликвидации микропредприятий ничего не будет предложено, при этом правительство якобы решает, думает, что делать с акцизом на алкоголь, с учетом ситуации с соседями, с Эстонией, в частности, то есть для того, чтобы, если правительство понизит акциз на алкоголь, компенсацию расходов от этого должны будут обеспечить ликвидация режима на микропредприятия, при этом прикрываясь ликвидацией режима микропредприятий якобы схемами и тем, что микропредприятия не обеспечивают социальные гарантии и защиту для тех, кто там работает. Но я считаю, что это, мягко говоря, неэтично и непредусмотрительно. И ни о какой социальной ответственности государства, правительства, правящей элиты перед избирателями, перед налогоплательщиками это не несет. Вот я помню, когда вы только еще баллотировались вот в этот 7-13, вы шли с такой идеей, инициативой о том, что СГД есть все возможности, современные, электронные, все возможности автоматически возвращать вот переплаченный налог подоходный. Вот я так понимаю, что особо никуда СГД не продвинулось. Обещало эту систему ввести, но по-прежнему люди должны заполнять, без подготовки сразу и не заполнишь, все эти анкеты в системе ЭДС, прикладывать все эти квитанции, в общем, заполнять эту декларацию, без нее тебе ничего не вернут. Идет, как происходит дискуссия на эту тему. К сожалению, пока это дискуссия, хотя есть некоторые позитивные сдвиги в этой области. Согласно ответу Министерства финансов на этот вопрос, эта законодательная инициатива, которая была отдана на рассмотрение Министерству финансов в службе госдоходов, она должна быть рассмотрена и ответ дан до осени этого года. То есть до этого промежутка времени нет основания, законного основания для того, чтобы ее актуализировать или вносить дополнительные поправки какие-то законодательные, с моей стороны. Однако то, что я спрашивала у службы госдоходов, они работают над тем, чтобы все-таки, во-первых, упростить заполнение деклараций, и для того, чтобы для тех, кто является только резидентами Латвии, и вся информация от высших учебных заведений по поводу кружков детей, допустим, по поводу медицинских расходов, которые включены в систему, они поступают в службу госдоходов, и они автоматически при заполнении декларации, которую все-таки действительно нужно делать, электронно, они автоматически заносятся, теперь уже переносятся в эту декларацию. То есть служба госдохода во время последней дискуссии, когда я спрашивала тоже в том числе вопрос, на какой стадии находится инициатива по упрощению выплаты переплаченного налога с населения, было сказано, что по-прежнему существует проблематика с передачей данных и обмен данными между разными институтами, что связано и с международными аспектами сотрудничества относительно людей, которые работают, допустим, не только в Латвии и являются резидентами Латвии, как налогоплательщики, но и резидентами других стран. То есть при заполнении декларации информации из Швеции, допустим, если человек там работает, или из Великобритании, если он работает в том числе там, она не появляется. Она должна быть, поэтому автоматически вернуть при работе в других странах невозможно. Достаточно логичное объяснение. То, что происходит разработка и предложение той информации, которая доступна другим госструктурам в Латвии по налогоплательщику Латвии, это позитивный момент, и я думаю, что в том числе возможно, что это последствия инициативы и постоянного внимания к этому вопросу и поддержания дискуссии по нему. То есть, если ты только заходишь, кликаешь в декларации, входишь в систему ЭДС, и у тебя, нажимая определенные упрощенные таблицы,
там уже все заполнено, тебе только нужно ее подать, и там есть данные по детям, кружкам здоровья, это уже облегчение. Если можно использовать аппликацию по чекам в мобильную, из телефона послать эти вещи, они автоматически включаются тоже в твою декларацию, в базу данных входят и автоматически заносятся в декларацию, тебе только нужно отметить эти данные, то это тоже позитивный момент в работе службы госдоходов. Вот как раз пока мы с вами беседуем, пришла такая вот по линии информагентства такая новость, что профсоюз портовых работников Венспилс пригрозил фактическими акциями протеста, если не разблокируют вот счета вот этих венспилсских транзитных предприятий. Может, я так понимаю, что в результате ни хозяйственной деятельности можно вести, ни зарплату людям выплачивать. Но это как бы только один момент, который характеризует вот эту вот сегодня банковскую систему. Мы знаем, что очень много компаний столкнулись с тем, что им закрывают счета, не открывают счета и так далее, и так далее. А что, собственно говоря, происходит и как государство может как-то на это повлиять? Потому что если происходит какая-то блокировка счетов, банки говорят, ну, мы же коммерческая организация, хотим открываем, хотим закрываем. И получается, что сегодня и физические, и юридические лица оказались заложниками этой ситуации. Это называется перегибы на местах, так сказать. Да, ну это так, да. Перегибы на местах – результат планомерной, проводимой политики чиновников. Капитального ремонта финансовой системы, именно, как выразился господин Каринч. Безусловно. Да. И господин Каринч, и правительство прекрасно, ну, должно было бы прекрасно понимать, каким последствиям приводит или приведет их бескомпромиссная борьба с банковским сектором. То есть ни один банк, как субъект предпринимательской деятельности, не будет брать на себя ответственность, если риски закрытия его деятельности, если риски штрафных санкций достаточно велики. То есть, если правительство господина Каринча, если министр юстиции Борденс как бы потребовали включить венспилский спорт и господина Лембергса в список Магнитского, то, ну, к сожалению, когда... Это типичный же, по-моему, революционный лозунг, когда рубят лес, то щепки летят. Вот они и полетели. В этой ситуации, борясь конкретно с одним человеком, они добились того, что целый ряд рабочих, которые работают на этих предприятиях, просто-напросто не могут получить зарплату. Предприятия, которые абсолютно не имеют отношения ни к каким ни схемам, ни к махинациям, однозначно несут расходы, потери, и я думаю, что и будут нести. Потому что предпринимательская среда, она очень чувствительна и достаточно быстро и оперативно реагирует на всякие разные риски. И если один раз такой риск возник, как бы, то для того, чтобы избежать в будущем, ну, если, конечно, ну, очень нет каких-то оснований для сверхприбыли, никто рисковать не будет. Если, конечно, инициатива для включения господина Лембергса в этот список была совсем другая, на самом деле, подоплёка всего этого, то тогда, в принципе, такая мелочь, как зарплата для людей, на самом деле, правящую коалицию Каринча и Борденса просто-напросто не интересовала и не интересует. Ну, я так понимаю, что, видимо, на следующей неделе будет известно какое-то заключение Moneyval по поводу того, как мы там рекомендации выполняем. Может еще сложиться такая ситуация, что, несмотря на весь этот объявленный капремонт, мы еще и попадем в этот серый или черный список? Сложно. Мой прогноз негативный, на самом деле. Что я, конечно, надеюсь, можем попасть, что, да? Я, конечно, надеюсь, что мы не попадем, но если Исландия попала как бы в серый список, то мне как-то с учетом их компетентности, проведенных мероприятий, ответственности и качества работы именно чиновничества, как бы, то я сомневаюсь, что латвийские чиновники показали аналогичный результат, который сравним или сопоставим с Исландией. Возможно, там другие моменты, может быть, могут сыграть роль. Но я просто-напросто подозреваю, что целью этого капитального ремонта было вовсе не на самом деле как бы не те санкции, не те требования, то, что исполняли наши чиновники как послушные исполнители. Это тоже один из вариантов перегиба на местах, когда тебе сказали, как бы, есть выражение «заставь молиться», как бы и лоб расшибет.
При мое субъективное мнение, когда тебе сказали, что нужно решить определенный ряд проблем, которые многие годы не решали, затушевывались или не могли их преподнести. Мы начали все убить топором, да? Просто-напросто срубили весь лес, и все щепки, как и с Вентспилсским портом, разбросали все кругом, что могли. А о последствиях как бы сначала срубим, потом будем думать, что после этого получится. Но ничего хорошего не может получиться, когда ты вместо того, чтобы работать точечно, ты начинаешь из пушки бомбить, там, я не знаю, воробья. Результат сам себе заговорит. Такое, может быть, время так вот эфира быстро бежит. Вот все-таки такой концептуальный вопрос. Больше года уже поработал нынешний 13-й сейм. Вы впервые стали депутатом. Есть ли у вас ощущение, что за этот год с небольшим все-таки депутаты от правящей коалиции, не знаю, стали больше прислушиваться к оппозиции, принимать во внимание какие-то их предложения? Или вот такая вот мы и они, вот такая барьер и стена, она еще больше становится? И мне сложно говорить, оценивая, становится ли стена больше. Потому что ты можешь сравнивать, если у тебя до этого был опыт. Как бы. То, что я вижу, что сотрудничество с оппозицией неконструктивно, это факт. И, то есть заранее уже такое предвзятое, да, что вы ничего предложить не можете, да? Ну, это однозначная игра оппозиции, при которой... которая ярко выражена сегодня, кстати, во время заседания Сейма по делу Миссона, выдачи ее Южноафриканской республики, проявилась. Почему? Потому что предложение Юлии Степаненко, которое она разработала в поддержку и в необходимости проведения сотрудничества зданий и возвращения и защиты Миссона и ее семьи, то оппозиция просто-напросто это не поддержала, не приняла к рассмотрению. Правящая коалиция. И после этого сегодня было подано с их стороны как бы резолюция, заявление, в котором, которое даже не предложили подписать, ну, не предложили участвовать в оппозиции. Это на самом деле показывает всю... фактически переписали то, что предлагала Юлия Степаненко, да? Просто себе. Забрали эту инициативу. То есть, получается, если это предложила оппозиция, но это соответствует интересам всего государства, то это не акцептируется, это выдается за свое предложение и преподносится, что вот мы так решили, и оппозиции даже не предлагают участвовать в этом. И это унизительно на самом деле. Ощущения неприятные. И я анализировала и думала вот опыт работы с оппозицией и как бы... Эстонии именно, потому что на самом деле я очень восхищаюсь президентом Эстонии Калилайде. Я считаю, что это очень мудрая и интеллектуальная женщина, которая соответствует требованиям времени. То есть это человек, который понимает, что необходимо всей нации, всей стране для того, чтобы народ, проживающий там, чувствовал себя комфортно. Не только эстонцы, но и русскоговорящие Эстонии. И я думаю, что, наверное, как бы много причин, по которым говорят, вот как в Эстонии может быть так, что у них там и минимальное необлагаемое там 500 уже с 18 года, да? И пособие на ребенка там в два раза больше. И минимальная зарплата сейчас уже слушайте, намного больше. Слушайте, получается, у нас те, кто живет на границе с Валкой, куда эстонцы приезжают алкоголь закупать, а наши едят лечиться в Валку. Лечиться. А наши декларируют, стараются задекларироваться в Валке, потому что там пакет социальных гарантий и обеспечение медицины в маленьком городке на границе с эстонским, оно абсолютно достойно человеческого уважения. Но я считаю, что успех Эстонии заключается как раз в том, что, несмотря на проблемы и амбиции, в свое время политики и люди поняли, что правильнее искать между собой стороны и вести диалог для достижения компромисса. И, извините меня, но получается, что в Министерстве финансов оппозиционные и, скажем, партии, которые представляют социал-демократов, они представлены в исполнительной власти. И это диалог, это уважение к оппозиции. Да, может быть, такой последний вопрос, хотя он в какой-то степени риторический. Мы ведь еще наблюдаем, вот мы в первой части говорили о налогах, о том, что надо было бы сделать, мы ведь еще наблюдаем, что, допустим, правящая коалиция что-то, не знаю, запрещая, да,
или ужесточая, фактически не предлагает и одновременно вот о чем можно было заработать. Помните, в свое время была программа ВНЖ, можно было по-разному к нему относиться, но ее похоронили, ее нет, этой статьи доходов нет. Сейчас мы понимаем, что нерезидентский финансовый бизнес, его тоже нет. Да? Транзит, только что вот перед нашим эфиром Латвия Дзельши заявила, что будет уволено 1500 человек. Ну, мы понимаем, сколько это семей, да, 1500 человек, да, то этого тоже сектора, видимо, скоро не будет. На чем будем зарабатывать? Может быть, правительство хоть Сейму что-нибудь рассказало? На чем мы будем зарабатывать? Ну, однозначно то, что правительство само не видит, на чем они будут зарабатывать, а форму поступления доходов в госказну они видят в ликвидации режима микропредприятий, это факт. И то, что нет стратегии ведения бизнеса и нет долгосрочной перспективы, нет понятия, кто мы будем и где мы будем через 5 лет, через 10 лет, какая у нас отрасль будет определяющая, но это правительство этого не видит и не говорит об этом. Я, во всяком случае, во время дискуссии по поводу тех же самых налоговых групп по налоговому обложению, я не слышала, чтобы представители, тут же господин Закатистов от Министерства финансов, как госсекретарь, или Бемхина Бетхина, которая ведет комиссию и тоже находится в позиции, представляет правящую политическую элиту, чтобы они ясно дали понять, что вот наши налоговые реформы – это освобождение зарплат от налогов, и компенсация налогов на прибыль, и при этом мы создаем возможности для работы, там, допустим, новый хозяйственный счет для начинающих. Вот мы создаем, там, я не знаю, какую-то отрасль, которая там свободная экономическая зона, например, или у нас будет, я не знаю, там дигитальная какая-то компания, еще какие-то вещи, где мы будем развивать вот именно эту отрасль народного хозяйства, на этом мы заработаем или дадим другим людям заработать. В то время как конкурентность и соседей возрастает, конкурентоспособность, они готовятся к кризису, к замедлению роста экономики и как бы уменьшают в том числе и расходы бюджетные на какие-то экстра, у нас политики принимают решение дополнительно увеличить финансирование партиям. Что связано не с тем, чтобы увеличить медицинские какие-то услуги и обеспечить здоровье населения или образование, потому что только за счет образования Латвия может быть конкурентоспособной и вырастить потенциал, а оплачивать политикам их политические, так сказать, дискуссии, диалоги, обоснования их как бы промахов. Да, вот, к сожалению, на этой ноте не очень оптимистической мы печально такой заканчиваем эфир. Ну, такова реальность. Любовь Швецова у нас была в студии. Большое спасибо. Спасибо, до свидания.